в лучших традициях Xiaomi. Мини-капучинатор для капучино. Крем можно взбивать, взбитые сливки. Ну, короче, тут много чего. С большой просто инструкцией. На разных языках. Вот это вот, конечно, приятная вещь. Soft Touch. Две батарейки всего лишь навсего. Легко извлекаются. Легко ставятся боковым сдвигом. Ну и очень приличная скорость. Взбить можно как теплое, так и холодное молоко. С небольшим эксцентриком. Ну, работать удобно. Обхват в руке хороший. Я думаю, тем, кто любит кофе, капучино, эта штука зайдет.